Друзья, всем привет! Сегодня я немножко еще тестирую свой снегоход. Ездил уже на рыбалку один раз на нем. С хорошей стороны его себе показал. Вот сейчас очень много снега выпало. Часто мне не удавалось, конечно, выезжать, но этот снегоход уже второй сезон. И проехал он у меня, сейчас скажу, 302 километра. Вот. Практически проблем не было. Была одна проблема. В том году у меня задний здесь каток. Короче, его потерял, отвалился, нашел. Мне по гарантии его обратно установили, запрессовали, там сделали. Вот. И перед, получается, перед сезоном этим 2023 года мне там все поменяли масло, все протянули, все как надо, по гарантии сделали, так как он еще у меня на гарантии. Снегоход отличный, снегоход вполне идет по снегу, когда снега прям по самые яйца. Вот. Одному нормально, четко, легко, легко управляется, вальяжно. Наклоняешь его там, то есть, ну, единственное, что здесь вот как у полноценных снегоходов не хватает такой специальной держалки, который, за которую можно было схватиться удобно и наклонять его по сугробам. Но этот снегоход-то не спортивный, вот, это аж не полноценный такой, не горник. Но такого снегохода мне вполне хватает, потому что я брал для своих целей. Чисто поездить, покататься там, потестить его и поездить на рыбалке. Некоторые мне писали там, что это не снегоход, это фигня. Ну а по-вашему, что это? Газонокосилка? Нет, не газонокосилка. Но на нем полноценно можно, хоть он и быстро ездит, но полноценно можно добраться до места. Нормальный снегоход, мне вполне устраивает, отличный. Не, в морозы хорошо заводится. В минус 28 всю ночь простоял возле палатки, минус 28, в том году я его запускал без проблем. Единственное, что надо аккумулятор снимать и в палатку его засовывать. Вот, а так аккумулятор садится. Но с ручного в морозы без проблем запускался у меня. Вот, а так нормально. Вот сегодня выбрался, сегодня у нас минус 2. До этого были морозы. В морозы я как бы не хотел ездить. Но аппарат офигенный. Мне нравится, уже второй сезон, как я и говорил. Так что рекомендую. Хорошая техника, но не быстрая. Есть такой у него небольшой минус. Застрять он может. Да, он застревает. Я пару раз уже застревал. Лопату с собой не брал. Но я приобрел в этот раз лопату, на всякий случай, такую небольшую крепкую лопату. Не знаю, фирма, в общем, лопата снеговая, автомобильная, Финляндия, крепкая лопата. Если он застревает, то только если он назад начинаешь назад заднюю скорость давать, он сразу начинает зарываться. Вот, так как там, ну, грунтозацеп не такой сильно высокий, но для двоих, для одного хватает. То есть вперед он выезжает нормально. Еще есть у него один большой минус, но это, мне кажется, у всех снегоходов. Это когда весна, много снега падает, потом лед давит снег, оттуда вода выходит, а ты едешь и проваливаешься в такую мяшу, кашу с водой, со снегом, и он просто не едет. Я уже один раз в том году так попадал. Вся ходовая замерзла, пришлось долбить, там вторым снегоходом выталкивали. Лучше, конечно, в такие места не лезть, я стараюсь не лезть, но лучше брать еще напарника, чтобы он был верхом на снегоходе, чтобы он мог помочь тебе. Вот. Ну, такой, чтобы более мощный был. Ну, вообще, я выехал просто покататься. Сегодня теплый день, минус 2 градуса, снежок идет. Потестить по сугробам его, еще раз показать, доказать, что он нормально идет в глубоком снегу. Позамерю глубину сугробов, покажу. В общем, покатаюсь. Оставайтесь на канале. We'll be right back.
меряем в лесу глубину снега, глубину сугроба. Ну, по колено. Здесь по колено. Ну, местами побольше, здесь побольше. То есть проваливаюсь нормально. Мотособака бы не пошла в такой снег. Стоит за счет еще широких лыж, передок не проваливает. Ну вот, выехал здесь вот в поле. Здесь прям нормально снега, вон видно старые следы. Довольно-таки глубокие. Сейчас проверим здесь. Сейчас прыгну. Друзья, я немножко застрял, именно специально так сделал, чтобы застрять задним ходом. Сейчас я не могу выехать задним ходом, сейчас покажу. Ну, как я и говорил, да, вот он задним ходом застревает, но выехать вперед можно спокойно. Если не спокойно, для этого у меня есть лопата. И что мне еще нравится, это карбюратор тут. Ну и обычные органы управления. Значит, здесь включается свет, габариты и дальний свет, он как бы один. Свет дальнего нет, но он нормально светит, проверял. Подогрев ручек можно выключить. Ну, вот тут первая скорость, ну получается первый, не сильно греет, выключать и погорячее будет. Значит, здесь нажимаете тормоз, это ручник. Вот. Ручник. Нажимаете. Раз, отщелкивается. Но он у меня, кстати, сегодня что-то разболтался. Я его подтягивал здесь. Вот. Он туда-сюда болтался. Я его сделал. Вот что здесь еще? Газулька. Ну, чека безопасности. Ампераж аккумулятора показывает. Сейчас он заглушен. Вот столько он заряжен. Тут плохо на камеру видно.
Ну вот так, 12, вот видно 12,7 индикатор, плюс USB, можно будет гаджеты всякие заряжать. Вот, проехал я, как и говорил, сколько уже, 304 километра. Разгоняется он примерно до 50 километров, если один едешь без груза, без саней, без ничего. Бака хватает примерно на 60-70 километров, смотря как ехать. Вот. Ну, в целом я все рассказал. У меня есть прошлые видосы, прошлогодние, можете посмотреть. Я там поподробнее рассказывал, где, что и как. Вот. Ну, и грунтозацеп вот такой вот. Небольшой, конечно, но его хватает. Не знаю, не замерял высоту. Ну, вполне справляется. Ну, вроде как все. Все, друзья, я сделал выводы. Я надеюсь, что вы тоже сделали выводы, посмотрели этот ролик до конца. Я думаю, что вполне достойный этот снегоход. У меня уже второй сезон, как я и говорил. Ну, а остальное выбор за вами. Выбирайте для себя под свой климат, под свой снежный покров, смотря сколько у вас там снега выпадает. Кому-то достаточно всего лишь только одной мотособаки, там 15 или 13 лошадиных сил. Мне вот этого хватает. Я не собираюсь там гонять там где-то. Мне главное, чтобы он меня довез до рыбалки. Отрыбачился нормально и обратно уехал. Ну, кому-то там дрова возить, кто-то на рыбалку ездит. В общем, итоги подводите сами. Стоит вам такой брать снегоход или нет. Ну все, оставайтесь на канале. Всем счастливо, всем пока. До следующих рыбалок.